Привет. Ты готова к путешествию самостоятельно? Поехали. Так, вы на канале ТТВ. У нас сейчас мы проверяем Ford Explorer. Это пятая версия, рестайлинг, Екатерина у нас. Проезжает здесь, проходят трамплины все. Сейчас мы, давайте с вами посмотрим, как будет проходить все это дело. Так. Так. Значит, это 3,5 литра, 249 лошадиных сил, комплектация Limited. Как я говорил, пятый получается. Пятая версия рестайлинг 2, полный привод, кожа, электрические. Здесь получается электродвигатели стоят на сиденьях передних. Вот. Климат-контроль трехзонный. 20-й радиус литых дисков. Кстати, туман, как вы видите, здесь линза оптическая. Вот. Проходимость отличная в автомобиле. Кожаный салон полностью, 7-местный автомобиль. Вот так мы здесь сейчас проходим. Вот, видите, как она хорошо проходит везде. Ну, расход топлива от 14 литров. Если мы в смешанном режиме, в городском даже, давайте так возьмем. До 16-17 литров выходит периодически. Вот, 92-й бензин. Это немаловажно. Не забываем на нас подписываться. С вами канал ДТВ. И с вами Ford Explorer. Ну и круиз-контроль, конечно, тоже здесь есть. Ну как? Всё. Какие твои ощущения? Расскажи каналу ДТВ. Прекрасно. Прекрасно. Все, подписывайся на канал, друзья. Всем пока-пока. Давайте мы вам сейчас салон покажем быстренько и все. Открой, пожалуйста, дверь. Сейчас мы салон. Здесь кнопочка. Да. Откроешь, покажешь. Очень вместительная, у нас семья большая. Двое детей. Им здесь нравится. Розетка 220 вольт, кожа. И последний ряд. Все, всем пока, друзья. Пока.